И всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это продолжение серии из жизни дриозавров. Помните, что в позапрошлой части мы потеряли своего малыша, на нас была совершена атака Ютараптором. Но Ютараптора мне все-таки удалось обхитрить и обмануть, и он удачно улетел со скалы и разбился. И вот уже в течение получаса я ищу своего малыша. Я видел, что он вырыл норку, видимо, от испуга. Ну да, я же сказал малышу, чтобы он бежал, чтобы его не убил тот злой ютараптор. Он вырыл норку, убежал, спрятался в нее. Но после боя я подбежал к ней, и я малыша не обнаружил. Блин, идет дождь. Я кричал уже здесь, не знаю, во всей округе, просто обкричал со своим дриозавром. Я думал, мой малыш меня услышит. Я даже не могу, блин, не понимаю, где сейчас находится мое дитя. Но насколько я помню, я говорил малышу передвигаться на Титан. Возможно, он уже... возле Титана, да, дриозавры, они очень быстрые динозаврики. Поэтому сейчас я попробую все-таки успеть. Может быть, я обгоню малыша. Если он, конечно, еще только передвигается туда. Ну, а если он там, то, в принципе, я знаю, где состоится наша встреча. Это на дамбе. Ну что ж, мне нужно как можно быстрее добраться до туда. Конечно же, я уже вышел к Титану, не дойдя до дамбы. Может быть, мой ребенок где-нибудь на берегу? Где, малыш? Постойте, Галимим? Где Галимим? Может быть, малыш прибился к стаду Галимимов? Нет, 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 постойте. Это одиночный галик. Но может быть, он видел его? Я даже не знаю. Привет, друг. Привет. Привет, привет. Надеюсь, ты мне поможешь в поисках моего малыша, а то я совсем уже даже обнадежился. Ты не видел пропавшего маленького, такого маленького с красными пятнышками дриозаврика на спине? Не видел. Я так и думал. Но надеюсь, ты мне поможешь в моих поисках. Я думаю, что нам надо сейчас все-таки отправиться к дамбе. И посмотреть, может быть, он засел под какой-нибудь маленький камушек, под маленький кустик или еще что-то в этом роде. Не знаю. Доберемся до дамбы, а там все увидим. Мы в один голос с нашим другом Галимимом начинаем кричать, дабы, возможно, малыш нас услышит. Где он может быть? Может, забился куда-нибудь в трубы в какие-нибудь? Я его даже не вижу. Ну, я надеюсь, он не свалился, блин, с дамбы и не переломал себе лапки, не утонул. Ведь он еще такой совсем хрупкий. Так, нужно осмотреть вообще каждую здесь. Трубу? Стой, 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 там был чей-то след, подожди. Так, мне не нравится этот огромный след. Что это может быть? Может, малыш прятался здесь? И какой-нибудь хищник? Гигантозавр, либо Рекс пытался его достать отсюда? Я не знаю. Галимим, помоги мне. Галимим, кричи на всю округу. Ведь у тебя очень звонкий голос. Тебя должно быть слышно за много километров отсюда. Блин. Где же мой маленький? Я очень начинаю переживать. В общем, мы с Галимимом решили разделиться, и я Галимиму объяснил всю практически ситуацию, где мы разминулись с малышом, и он сейчас отправится на поиски куполу, а я попробую оббежать еще раз весь Титан. Может быть, где-нибудь есть норка?
Он зарылся под какой-нибудь сосной, не знаю, под каким-то деревом и сидит. Вообще, конечно, мой малыш уже настолько смелый, что я, в принципе, не переживаю, что он найдет себе еду, найдет себе воду и сможет уйти от какого-нибудь хищника. Но все же он до сих пор остается для меня маленьким. Наступила ночь, и я подумал, что пора вырыть норку. И переночевать, наверное, скорее всего, в ней. Да, ночь не самое такое, знаете, время для бега на дриозаврах по ночному лесу В3. Прекрасно. Здесь так мило, тепло и уютно. Что-то мне прямо-таки захотелось пить. Я вышел из своей норки. Пойду-ка я немножко попью. Ого! Ого, это велоцираптор! Что ты от меня хочешь? Блин, я, конечно, понимаю, что велоцирапторы могут нанести прямо вообще минимальнейший урон дриозавру. Так, подожди. Но тем не менее, он меня начинает пугать. Вообще, откуда ты вылез? Кто ты? Подожди, стой. Он мирный? По-моему, да. Он, по-моему, дружелюбный. Что ты от меня хочешь? Ну, блин, это можно, конечно, посчитать за мешвид. Ну, хорошо. Ладно. Но я буду настороже все-таки. А то мало ли, чего можно ожидать от этих велоцирапторов. Если бы это был какой-нибудь ютараптор, конечно, крупнее, чем вот этот велик, то мне бы уже было бы не сдобровать. Угу. Да-да. Да-да-да. Я мог догадываться. Он начинает специально спамить криками. Это не к добру. Ты можешь просто отвязаться от меня. Замолчи. Я тебя умоляю, просто помолчи. Прекрати. Прекрати, иначе тебе будет больно. Знаете что? Меня вся эта ситуация начинает немножко напрягать. Угу. Так, погоди. Мне не нравится этот велоцираптор. А знаете, чем именно? То, что он начинает очень много спамить своими криками. Если здесь где-нибудь неподалеку стайка хотя бы из 10 таких великов, то, ну, как бы это будет не очень приятно для меня. Ты что, пытался запрыгнуть? Ты пытался запрыгнуть ко мне на спину? Так, слушай, велик, давай ты немножко помолчишь. Реально. Тем более я слышу где-то в округе еще крики других ботов. Или это такие же велоцирапторы, как ты. Ну, прекрасно, малыш. На что ты надеешься? Вот на что ты сейчас надеешься? Честно говоря, я не хочу тебя убивать, и я не хочу тебе нанести какой-то боли, но мне придется тебя сейчас, наверное, убить. Малыш, урон не проходит. Прекрати. Так, все, мерзавец, ты меня достал. Извини, но это будет очень болезненно. Я предупреждал. Такс. Что-то спавнится слишком много ботов рядом. Мне это очень не нравится. Неужто сейчас сюда придут еще какие-нибудь хищники? Знаете что, по добру, по здорову я буду уносить отсюда свои лапки. Хоть и маленькие, но они шустрые. Рассвет это, конечно, чудесно, но я переплыл Титан, и прямо-таки наступило сразу же утро. Дриозавр хоть и не водоплавающее животное, но, тем не менее, я уста... Ой, стойте, 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 первая опасность. Подожди. Боже, это Гига. Это Гига. Как я мог не заметить ее? Надеюсь, я попробую обойти ее. Ой, ой-ой-ой, стой, стой, стой.
Надеюсь, она меня не видит. Давай немножко оббежим. Ёлки. Спокойно, спокойно, дриозавр. Я скажу, что Гига — это колоссальная мощь и опасность. Огромная опасность для дриозавра. Это просто, знаете, на один зубок, я вам скажу. Ну, в смысле? Так, он меня заметил. Он меня заметил, мне нужно как можно быстрее убегать. Беги, дриозавр. Запутать в елках. Все, что в твоих силах. Нет, мне нужно уходить. Ох, малыш, отстань от меня. Вот сейчас самый бы, наверное, нужный момент, когда мне понадобилась бы огромная пати каких-нибудь трайков или шантунгазавров. А если бы еще была бы Тереска, это было бы намного прекрасней. Так, у меня есть шанс запутать его в камнях. Ну давай, 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 побегай за мной. Ну что, никак? Боишься переломать здесь свои лапы? Ну давай, давай, давай. А я прямо здесь. Я даже сейчас, знаете, что сделаю? Я его просто потроллю. Возможно, это неопытный какой-то гига, который... не знаю, это, возможно, его первая охота. Ого. Опс. Он меня не видит. Он меня не видит. Да, действительно, это... Знаете, это... Я сейчас буду его троллить. Я начну его троллить. Боже, он что, не может даже просто понюхать и найти меня по следам? Ну давай, давай, лази, конечно, перелази там по всем камням, переломай себе свои лапы, чертовы. О боже, ну Гига ни о чем. Да. Я думал, конечно, что я настолько опасный. Ох. Опс, 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 кажется, я был неправ. Давай, ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас действительно очень опасно. Вот сейчас очень опасно. И мне кажется, я уже доигрался с ним. Милая Гига, действительно. Он потерял мой след. Он потерял мой след? Конечно, можно было сейчас зарыться в норку. Но, насколько я знаю, он меня может легко оттуда вытащить и убить. Ты хочешь поиграть в прятки? Ты меня не видишь, что ли? Да вот я прямо перед тобой. Ну, начинай охоту. Что ты стоишь? Это действительно, знаете, это очень вообще печально и плохо выглядит. Да ты можешь просто отстать от меня. Ну все, теперь я 100% дотроллился. Это был очень, знаете, неудачный момент. О-хо-хо-хо! Да мы его разозлили. А если я прямо-таки пробегу через тебя, ты меня сможешь прокусить? Нет, с Гигой шутки очень плохи, и я убегаю. Он меня достал. Милая Гига никак не успокоится, пока меня, видимо, не найдет. Боже, ну дайте мне хоть одного, не знаю, большого травоядного, я прошу. Да, слишком, по-моему, я его... Очень сильно рассердил даже, я тебе скажу. Так, мне нужно бежать. Опс. 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 Это была плохая затея. Это была ошибка с моей стороны. Ого. Ого, ого. А, Гига, Гига. Гига, тебя трайк сзади атакует. Почему ты просто идешь за мной? Ой-ой-ой-ой. Ну да, точно неопытный, неопытный был Гига. Ну что же. Спасибо тебе огромное, спасибо большое, спасибо, мой хороший. Спасибо большое.
Ну что же, вот так вот несчастную, неопытную жизнь Гиги может размотать большой вот такой трицератопс. Но вот теперь я чувствую в трицератопсе большой успех и огромную уверенность. Да-да, малыш, я тебя слышу, и теперь ты мой защитник. Ну что, ты пойдешь со мной? Да. Теперь мы в полной безопасности, и мы идем на близнецы. Что-то я даже проголодался от всего того, что происходило. То, что, конечно, троллил я Гигу, это не очень было хорошо. У меня даже полные карманы какашек, знаете, дриозавриных. От всего того пережитого ужаса. Но все-таки мне повезло. Мне повезло в плане того, что Гига оказалась неопытной. И Трайк... Я не знаю, как он вышел сюда, откуда он появился. Трайк спас мою жизнь. Я премного преблагодарен ему. Ты мне даже не оставил кустов. Почему ты такой... ты мерзавец. Ты большой мерзавец. Ты знаешь об этом? Я, конечно, понимаю, что желудочек дриозавра, он маленький. И мне нужно чуть-чуть, ну, хотя бы пару листиков можно было мне оставить. Посмотрите, как меня охраняет Трайк, даже когда я просто подошел к кусту смородины его немножко общипать. Действительно, это мой личный телохранитель. Ну, хорошо. Пойдемте. Я буду платить тебе... знаешь, какой валютой? А, валютой в виде кустов смородины. Угу. Надеюсь, ты согласен на это. Ох, и наведет он сейчас, мне кажется, шороху. Такими своими громкими шагами. Ну что же, мы отправляемся на близы, где малыш, возможно, уже обрел новое стадо. Так сказать, нашел новую семью. Благоприятно добрались мы до близнецов, но следов каких-либо других дриозавров, следов нашего малыша мы не нашли. Может быть, попробовать пройтись вокруг берега? Попробовать покричать? Но я так понимаю, что буквально за час до нашего прибытия сюда, здесь, возможно... Тусовалось какое-то стадо. Я попробую покричать. Но почему Трайк мне не помогает? Трайк, ты можешь посильнее кричать? Просто кричи постоянно, чтобы малыш нас услышал. Я озарю своими криками это озеро. Да, здесь 100% было стадо, 100%, но куда оно ушло, это остается загадкой. Огромной загадкой для меня. А вот теперь, мне кажется, я понимаю, почему стадо отсюда так быстро мигрировало. Мне кажется, это из-за того крика. Наверное, вы слышали, да? Это был крик Рекса. Хм, посмотрите, какой я предводитель в лице дриозавра. Прикольно смотрится. Маленький дриозавр ведет огромного Трайка за собой. Все, 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 Трайк, успокойся, пожалуйста, больше не кричи. Больше не кричи, хорошо? Ты же слышал большие громкие крики... Тирекса. Если сейчас он придет сюда, нам не поздоровится. Да. Это точно. Ну, может, конечно, Рексы тусуются на первом близнеце.
Но я постараюсь, наверное, знаете, мы, наверное, все это дело обойдем вместе с Страйком. Мне только остается догадываться об одном. Если малыш прибился к стаду травоядных на близах, то куда он мог в дальнейшем отправиться? Единственный, наверное, вариант — это великие водопады. И вообще, что у него по стаду? Если там большое стадо. Терезинки, дьяблики, трайки. То, конечно, он будет в полной безопасности. Но вот если он прибился к стаду, допустим, каких-нибудь таких же маленьких, как он, париков, пахицелофазавров... Блин. Ну, не знаю. Это будет очень сложновато. Ну, по крайней мере, вот с такой огромной машиной мне уже ходить не страшно. Ну что же, я думаю, что наш малыш отправился на великие водопады. Наш путь будет, скорее всего, таким же тяжелым и опасным в мире The Isle. Но нашего малыша мы найдем во всяком случае. Если тебе понравилось данное видео, обязательно поставь пальчик вверх, подписывайся на канал. До новых встреч. Пока-пока.